И Господь говорит через Свое Слово, что Он нас исцелил. Опять же, через чего это все нам дано? Исцеление, освобождение, всяких проклятий, всяких невзгод, всяких неудач. Это все есть какой-то подсмысл, какой-то причина всегда этим вещам духовная. И мы Бог, вы знаете, когда человек принимает Иисуса как своего Господа и Спасителя, яркий свет начинает сиять в его жизни. И там, где была темнота, она уходит. Быть может, оно не прям сразу все вспыхнет, да, но насколько человек просто знает, что когда ты принимаешь Иисуса Христа, жизнь твоя изменится к лучшему, и Божий свет засияет в твоей жизни в полной мере. Бог нас ищет. Ищет для славы своей, ищет для того, чтобы через нас открыться людям, прежде всего открыться нам. И Бог приготовил великую славу для себя и для меня. Главное, открой свое сердце для Него. Бог всемогущий нашел меня, Бог всемогущий оправдал меня, Бог всемогущий держит руку на мне, сияет Его слава во мне. Бог всемогущий нашел меня, Бог всемогущий оправдал меня, Бог всемогущий держит руку на мне, сияет Его слава во мне. Весь мир увидит Божью славу, весь мир узрит Его любовь. Весь мир увидит Божью силу, весь мир узрит Его любовь. Весь мир увидит Божью славу, весь мир узрит Его любовь. Весь мир увидит Божью силу, весь мир узрит Его любовь. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, ой, аллилуйя Господу. Господу, Господу, Господу.